проводится публичное слушание о внесении изменений в Федеральный план городского округа Калуга. А решение о подготовке предложения внесения в Федеральный план было принято городским главой 31 октября 2014 года. А генеральный план корректируется не полностью, а в части. Полная корректировка у нас будет проводиться в конце этого года по муниципальному контракту, то есть тут частичные изменения. А эти изменения готовим по КАГИМу. Мы расскажем о том, какие изменения конкретно отражены в данной корректировке генерального плана. После этого вопрос, предложение. Добрый день. Вашему вниманию представлен проект изменений и дополнений генерального плана города Калуги. Выполнены основания деловой подряды 13-298-12 подряда 2013 года. Необходимость внесения изменений в генеральный план города Калуги была вызвана следующими причинами. Первое – это перевод земельных участков из одной категории в другую. В частности, в проекте отражены изменения земель сельскохозяйственного назначения на землю промышленности в районе деревень Ильинка, Жирело, Козлова и города Калуги общей площадью около 45 гектар. Также планируется изменение земель сельскохозяйственного назначения на земли особо охраняемых территорий объектов общей площадью там около 200 гектар. Три основных места. Это в районе деревни Макаровка, под нужды Калужской епархии, здесь монастырь. Урочище Лаврова Песочня. Они расширяют базу отдыха, существующую, на 46,8 гектар. И планируется создание рекреационной зоны в районе села Сосновый Бор. Это, ну, известно нам как Гидронамы. Площадь, ну, там, по-моему, 13 планируется. Выше Ленинграда? Ну, там гидромамы, там на круге, там пляж, они хотят его обустроить. Вот. Дом. А это разве дом Калуги? Ну, это городской округ, да, территория. Там Дзержинский район чинит. Ну, он граничит здесь, но они будут именно на территории городского округа расстоять. Нет, дачи там никак, там территория свободная от стройки. У них границы определены в кадастре. Так, проектом также предусмотрено изменение границ города Калуги в большую сторону на 67,2 гектара. Увеличение приоритетов деревни Шопина. Там основной массив будет сейчас под жилищную застройку, которая будет размещена когенерационная станция. Когенерационная станция, это, грубо говоря, ТЭЦ, но у нее повышена работа КПД. То есть она одновременно электростанция считается и теплоэлектростанция. И также там будет размещаться овощная жизнь. Но я так понимаю, что будет переноситься, да, вот тот, кто уже есть. Ну да, то есть это тоже. Ну, на данный момент планируется так. Также планируется уменьшение границы города Калуги из-за того, что исключается полигон Тубовой границы. Изменилось экологическое законодательство. И получается, что полигон ТБО не может быть в границах населенных пунктов располагаться. Поэтому происходит вывод. Полигон ТБО из границ земли промышленности. Также предусматривается установление границ села Приокское лесничество. Ну, в настоящий момент, получается, границы села не определены. Это земли лесного фонда, там живут люди, и необходимо привести данную территорию действующему законодательству, то есть перевести землю лесного фонда в землю населенных пунктов. Также в генеральном плане учтены изменения функциональных зон. В частности, были установлены жилые зоны по улицам Новосельской, Дорожной, Вражной, Заводской, Тарутинской. В частности, где-то поджилищное строительство новое, а где-то приведение с фактическим использованием, то есть где-то жилая, ну, неправильно там зонирован было, технические ошибки какие-то. Были установлены зоны общественно-делового назначения по улице Генерала Попова, Третий экономический проезд, улица Степана Разина, Градское шоссе, Верховой улице и Тульскому шоссе. Ну, там строительство будет различных объектов, там торгового в основном назначения,
будет строиться учетный центр кадастра там в районе метра, архивохранилище, ну тоже там использовано с фактическим использованием изменений. Так. Также были внесены изменения относительно строительства автомобильных дорог общего пользования, мостов, инженерных сооружений на территории городского округа. Было предусмотрено строительство автомобильной дороги «Южный обход» от поста ДПС в микрорайоне Анинок, то есть она идет и до Тульского шоссе, ну, чуть дальше магазина метра. Ну, нет, дальше. То есть Хлебное кольцо это где-то здесь, а это... Ну, там существующая развязка есть, то есть на такого товарища. Это вот красная вся, это вот эта дорога. Да, вот. Т-образного вида сейчас получается. То есть тут шоссе уходит сюда, а это окружная дорога идет. То есть она подойдет сюда. Также была отображена набережная, планируемое строительство набережной. Так, потом было предусмотрено строительство новых улиц и реконструкция существующих. Планируется строительство новой улицы, это бульвар Солнечный, это в районе кольца на улице Зерновой, до улицы Маяковской будет новая улица. Реконструкция улицы Веры Андриановой в районе стадиона центрального нашего. И организация проекта на улице Добровольского. Так. И по железнодорожной ветке, которая у нас идет от улицы Болдина до Карла Липнихта, планируется вместо железной дороги сделать автомобильную дорогу. Ну, в перспективе, на расчетный срок. Так, также изменения были внесены в картографический материал генерального плана. Так как законодательство изменилось, ну, так как изменился градостроительный кодекс, получается, и положение по территориальному планированию, необходимо было внести изменения, в части была добавлена карта границ населенных пунктов, потому что нам теперь необходимо, чтобы она была в карте плане, и изменились названия карты. Ну, там просто убрал слово «такие». Ну, это все, спасибо. Извините, пожалуйста, можно в отношении вопросов сначала представляем, чтобы нас представили, и вопросы. Уланов Владислав, вопрос, собственно, такой. Есть ли в планах присоединения, скажем, село Воскресенское, да? Сейчас это считается, является Фирзиковским районом, и жителям крайне неудобно жить по факту в Калуге, а по документам в Фирзиковском районе. То есть все запросы туда отсылаются в Фирзиковском районе, Фирзикова. Это было присоединение от имени Калуги. Не, ну это город может только сказать, и Фирзиковский район, то есть процедура определенная, там связанная с референдумом, поэтому мы с главой района нашего коллеги, соседом в хороших отношениях, ну, понятно, что это, этот населенный пункт тяготеет городу Калуге и пользуется инфраструктурой городской, в основном калужане там живут. А мы с ним начали эти переговоры вести еще, наверное, года полтора назад, вот. Но пока, скажем так, время еще, наверное, не пришло. Мы дождемся, когда там будет в полном объеме построена инфраструктура, то есть обязательства, которые на себя взяли инвесторы, там два инвестора, и в том числе в части строительства объектов соцкульбыта, там в стадии строительства два детских дошкольных учреждения находятся, школа построена, бассейн, вы там живете, да? Я живу рядом, да. Рядом, да. То есть я думаю, что именно город, тот, скажем так, муниципальное образование, которому по силу будут эксплуатировать впоследствии переданные городу сеть инженерно-техническое обеспечение достаточно протяженная, улично-дорожную сеть, уличное освещение, потому что понятно, что если это все перевалить на плечи горожан, по сути, потому что если там в основном калужане живут в этом населенном пункте, поэтому мы рассматриваем этот вопрос, но вот в нынешней редакции, которая представлена сейчас, не отражена. Ну, школу и бассейн построил областное правительство. Два социальных объекта в рамках обязательств инвесторов. Хорошо. Здравствуйте, Владислав. Меня интересует, будет ли дорога по улице Чехова, соединяете Жукова и как планировали Градцев? Тульская. Тульская, да, улица. По нынешней редакции. Где проходит выгнепали? Высоковольтные? Да. Смотрите, у нас есть заключение, есть результаты труда
одного научно-исследовательского института из Омска, это 2012 год, где эта дорога была в качестве, ну, скажем так, для перспективы развития улично-дорожной сети. Нынешняя редакция генерального плана, которая делается, ну, в основном, скажем так, вот из-за южного обхода, который нужно в настоящий момент нанести на соответствующую карту генерального плана, на схему города. Поэтому у нас сейчас заключен контракт с Санкт-Петербургской организацией ЭМКО, да, который сейчас по заказу города еще одну корректировку генерального плана. То есть мы приводим расширенную. Соответствие, расширенную, да, корректировку генерального плана, мы приведем наш генеральный план в соответствии с действующим законодательством. И очень серьезное внимание уделим транспортной схеме, развитию транспортной схемы города. В том числе с очень большой вероятностью, наверное, 90%, там появится этот объект. Там связано с ограничениями определенными, то есть там для строительства этой дороги потребуется достаточно большой объем изъятий, в том числе гаражный кооператив, который... Меня это не интересует. Ну, естественно, эта улица напрашивается, потому что мы сами все за рулем там, либо в общественном транспорте видим, что маршала Жукова – это городская горловина такая. Поэтому в планах у города... Во-первых, включение в генеральный план, и потом это послужит основанием для последующих изъятий, для муниципальных нужд соответствующих объектов недвижимости, земельных участков и имущества недвижимости. А время какое примерно? А вы смотрите, вот мы вам сказали, смотрите, вот эта редакция генерального плана, она такая, ну, можно ее назвать так срочной, да, поскольку она связана вот с этим объектом в основном, вот, а также с полигоном ТБО Ждамировским. Вот, я имею в виду исключение его из границ населенного пункта город Калуга, наверное, вам уже здесь рассказали об этом. Вот. А та редакция генерального плана, о которой вот мои коллеги говорят, заключен муниципальный контракт, ну, достаточно авторитетная организация, фирма «Венка», у них большой опыт разработки генеральных планов, вот как раз населенных пунктов, таких как наши, по количеству жителей. И в том числе будет рассмотрен вопрос о корректировке транспортной схемы, в том числе со включением новой автомобильной дороги в улично-дорожную сеть города, с ее просто нанесением для того, чтобы потом появились основания для изъятия земельных участков и объектов недвижимости. Ну, в этой пятилетке, да? Ну, дорога появится в генплане редакции следующего года, да. Вот, который будет принят в следующем году. Вот. Еще год на изъятие, потом, ну, год, да. Во-первых, это очень затратное мероприятие, то есть и по организационным вопросам, по, скажем так, гражданско-правовым очень серьезный вопрос, потому что это законодательство, оно такое достаточно, ну, скажем так, слабо прописано, процедура изъятия. Вот сейчас, ну, новая редакция земельного кодекса, которая там вступит в силу с следующего года, с марта, там, ну, с моей точки зрения, более четко прописано положение, связанное с изъятием земельных участков для муниципальных нужд. Вот, поэтому мы будем работать в этом направлении. Понятно, что эта улица там напрашивается. Вот, есть соответствующие рекомендации Омского института, который профессионально занимается расчетом всех транспортных потоков и выдает рекомендации городу по совершенствованию улично-дорожной сети. Спасибо. Развитие. Ну, у меня такой момент хотелось бы, кто хорошо мне представить, что пришел, потому что Черников Виктор Алексеевич, репортер 40. Значит, вопрос в следующем. В процедуре, да, вот у меня сразу же он возник, но он немножко сейчас снялся, да, потому что докладывает представитель кооператива ГЕЛ, да, подрядная организация. Ну, это такая практика. Да, которая, по сути, ну, нарисовала эти картинки. А хотелось бы задавать вопрос, вот сейчас, да. Слава Богу, да, тем, кто политику формирует. Потому что очень важно для людей понять мотивы внесения того, не как красиво и профессионально сделал кооператив, да, ну, а как, почему принимался. Вот, ну, здесь присутствуют специалисты, они начали ведут протокол, то есть это заместитель начальника управления архитектуры градостроительства, сейчас главный архитектор, вот он сегодня не смог на публичных слушаниях на этих присутствовать. Ну, я здесь нахожусь. Вот по полигону ТБО, получается, он теперь будет межселенной территорией, да? Он за пределами, да, совершенно верно, за границами населенных пунктов. Да, да. Какой срок изъятия? Ну, не, да, немножко определение. Мы просто его за пределы, за границы населенного пункта. Срок вывода его, как планируется? То есть сроки вывода его за пределами? Ну, как примут? Вот это редакция. Но если можно сроки назвать, январь, июль следующего года. Когда? Хотелось бы узнать. Предполагаемые сроки. Нет, ну смотрите, сейчас публичные слушания прошли. Ну, да, как-то планируется же это? Да, срок согласования с Российской Федерацией. Нет, ну еще с Российской Федерацией будет заканчиваться в декабре. Ну я вам объясняю, в декабре. Ну, февраль, да. А на утверждение где-то месяц-полтора. То есть январь, февраль, да. Февраль, февраль. А к тому времени будет решен вопрос с новым годом?
Нет, а он может функционировать, просто он будет. Он просто это для того, чтобы продолжить лицензию. Почему потеряет? Его же выводят за. Ну, я спрашиваю просто. То есть он останется муниципальным? Ну, конечно, конечно. Формально с границы населенного пункта. А можно, да, еще. А вот по этой дороге вот что-то планируется, тут вот живут много людей, которые идет от метра. Вот это, да? На Еловку объездная дорога на Большие Козлы. Это дорога, да? Нет. Это... Метр где у нас? Метр вот. Ага, вот это, да, дорога. Планируется что-то, какие-то мероприятия? Она дорога. Сейчас перемышлит, да? Половина дороги перемышлит, половина Ленинский округ. Нет? Это дорога федеральная. Федеральная? Конечно. Нет. Потому что они... Показали на Тульской шоссе. Нет, вы имеете в виду... Которая на Еловку. Да. Ну, ничего, она идет до Тульского шоссе. Это везде. Вот дорога на Еловку. Ну, поняли, да? То есть вот это с этой дорогой. Там живет много людей. То есть в связи с вступлением в силу закона о регистрации на данный момент, то есть там сейчас много людей, жителей города, которые зарегистрированы для постоянного проживания. Но дорога, примерно ситуация, как с Воскресенской, находится в собственности там половина Перемышль, половина Ленинский. Дорога бесхозная, по сути дела. То есть каким-то образом планируется? Ну, этим генеральным планом эти вопросы не решены. Конечно, нет, это имущественный вопрос. У нас внутри нашего города может находиться дороги, внутри округа, находящиеся в федеральной собственности, в региональной собственности. Это не вопрос к содержанию. Вопрос, ну, конечно, нет. У меня еще такой вопрос. Вот по поводу Солнечного бульвара вы говорили, что там будет, скажите, потому что перед окнами Солнечного бульвара овраг, который в данный момент, что будет в этом овраге? Солнечный бульвар, да. Вы имеете? Солнечный, правильно. Улица Маяковская. Улица Маяковская. Да, ну примыкает. Вот вы сказали, от Маяковского до какой там? Зерновой. Да, до Зерновой. Что Зерновой, будет там? Да. Что будет там? Дорога. Автомобильная дорога. Да, а как же предыдущим генпланом, там должен быть перед домом зеленый какой-то парк или сквер. Какой предыдущим генпланом? Ну, когда вот года три назад где-то, там вообще под окнами этого дома, насколько я знаю, Солнечный бульвар 2, там вообще был по плану, там должен быть фотография, как там коляски гуляют. Здесь сейчас дома? Молодые мамы, там так, деревья сидят. Нам на карте зонировано. А сейчас вот говорите, там будет объездная дорога. Да никакой объездной дороги не будет. Вот это просто. Тут видите, давно. А вот это что то, что есть. Ну да, вот эта связка. Улица. Так, где у нас Графское шоссе? Вот Графское шоссе с улицы Маяковского. Вот связка будет. Мы сейчас проект делаем. Конечно. Это обычный внутриквартальный проезд улицы городской. Ну, там даже там дома тоже так, что он будет. Да, что касается этой автомобильной дороги, она уже давно в генеральном плане, еще предыдущая редакция была, понимаете? То есть, поэтому это не предмет вот сегодняшнего обсуждения. Мы, что касается этой автомобильной дороги, мы сейчас совместно с застройщиками, которые вот в сфере интересов автомобильной дороги, там ряд застройщиков «Монолит», там тульский застройщик, Новгородстрой, мы этот проект делаем. То есть принято решение о том, что проект готовят застройщики, передадут в город, подарят эту проектную документацию, город будет строить дорогу. Там высокая сметная стоимость, с бульваром, кстати. Да. С бульваром. С бульваром, да? Да, с бульваром. По которым, кстати, будут гулять молодые мамы с колесочками. Да, такая же вот приблизительно дорога, ну, наверное, как можно сравнить, ну, как-то с улицей, наверное, Кирова, нет, по ширине. Пошире чуть. Там есть бульварная зона. Впервые про этот бульвар еще, наверное, это редакция. Это редакция генерального плана этого микрорайона 2005 года. Это первый генплан, который прошел государственную экспертизу. Его подготовила компания «Монолит» еще в 2005 году. Там этот бульвар был. Мы вот сейчас возвращаемся к этой истории. Улица эта напрашивается давно. Другое дело, там сметная стоимость больше 100 миллионов, больше почти 150 миллионов рублей. Ну, вот смотрите, значит, то есть, чтобы нам сузить круг сегодняшнего обсуждения, да, то есть сейчас речь идет, первая часть изменений вносится в связи с тем, что изменилось законодательство, да, и они потребовались в этой связи. Но часть была названа не связанной с законодательством правом. Вот они в связи с чем происходят в генплане сейчас?
вот эти правки там по ряду улиц, это не особо. Ну, это такая необходимость, потому что за эти там годы, там полтора, там два года назрела необходимость внесения изменений в генеральный план. То есть есть заявление соответствующих юридических, физических лиц, наших управлений отраслевых, кто занимается там эксплуатацией города, да, там управление и управление. Министерство экономического развития тоже мы все заявки удовлетворили. То есть здесь целый ряд. То есть всего около 25 изменений, таких незначительных. Вот вопрос по генералу Попову, 18, корпус 3. Никаким образом не связано. То есть это, когда при обсуждении мы говорили, что это по генеральному плану территория предполагалась. У нас при обсуждении, я, может быть, сформулирую, может быть, я неправильно. То есть мы при обсуждении сами выяснили, что, ну, предлагали, что там будет возможно расположение какого-то социального объекта. Либо, то есть это тоже не входит. Это не входит в генеральный план. Что это уже более детальная. В документ при встрече с ПИК-Запад звучало, что эта территория как бы арендованная и строящаяся, запланированная генеральным планом. По генеральному плану просто функциональное зонирование осуществляется. Что это жилая зона, это промышленность, это рекреационная. Мы предлагаем построить муниципальную. Там жилая зона, в жилой зоне возможно размещение объектов местного значения. Никакого противоречия нет абсолютно. Дмитрий Александрович, может быть, мы плавно перешли к этому вопросу? Давайте мы вот этот вопрос закончим, потом... А мы, по-моему, уже подключим. Давайте по вопросу сути. Извините, можно вот еще вот один вопрос? Нет, по генплану. Потом вернемся к этому вопросу. Вот, собственно, вопрос-то у меня какой. Все мы знаем, что сейчас реконструируется и открывается новый аэропорт, да, на базе старого. Вот. А, соответственно, в небольшом отдалении от взлетной полосы существуют жилые дома, живут люди. А что будет с ними? То есть это, опять-таки, акустический шум. Да? А планируется ли какое-то расселение или что-то? Ну, во-первых, смотрите, у нас у этого проекта есть проект охранной зоны, да, представлен. Проект охранной зоны, что-то прошел голову с экспертизы, то есть это проектировщик в рамках разработки проекта по реконструкции аэропорта Грабцева разработал проект охранной зоны со всеми там глиссадами, зонами шумовыми. Вот, то есть при корректировке генерального плана проектировщик, соответственно, должен руководствоваться, нанести эти все зоны на тело генерального плана. Поэтому то, что вы говорите, это, ну, скажем так, если по каким-то там причинам, ну, так сложилось, да, что исторический аэропорт, а нового, наверное, ничего там прям сверхнового не построено за это время, а так сложилась застройка, что ряд объектов, ну, действительно, возможно, будут находиться в охранной зоне. Естественно, сразу же возникает вопрос с расселением, это понятно. Но это не относится сейчас напрямую к вот, действующей, вот то, что перед вами висят, основные, значит, положения генерального плана, той редакции, о которой мы сейчас говорим. Я то понял. Вы там где-то рядышком живете в Грабцево, да? То есть, а у вас все одноквартирный жилой дом? Многоквартирный. Но он же существовал в советское время, правильно? Вопрос, собственно, один. Это как узнать, подлежит этот дом, ну, лежит он в этой зоне? Просто или... ознакомиться с проектом охранной зоны. Каким образом это сделать? Ну, он у нас присутствует в каком-то виде, да? Можно. Ну, смотрите, заказчиком этой проектной документации Международный аэропорт Калуга, есть такое юридическое лицо ОАО, вот они собственники проектной документации. Мы сейчас вот в рамках разработки генерального плана, не та редакция, которая сейчас перед вами, а та, которая будет с СНК. Мы этот вопрос очень подробно изучим, то есть мы возьмем за основу тот проект охранной зоны, который разработал институт, аэропроект, который делал проект на объект, то есть это авторитетная достаточно организация, которая проектирует Российская Федерация подобные объекты. Вот. И все охранные зоны мы наложим на генеральный план, они самые публичные, если помню. Соответственно, вы можете то там... имеет смысл прийти на следующий публичный На следующий публичный слушание, чтобы задать вопрос, потому что в этой редакции генерального плана у нас сейчас вот, ну, поскольку эти два процесса совпали по времени, еще раз говорю, здесь локомотивом нынешних изменений в генеральный план является проект по южному обходу города Калуги, вот проектная документация. На выходе, чтобы дальше двинуться, получить исходно-разрешительную документацию, необходима корректировка документов терпланирования, генплана. Иначе ни градостроительные планы, ни разрешение на строительство по этому объекту невозможно будет выдать. Поэтому это локомотив. Что касается ваших вопросов, давайте к ним вернемся там, через пару месяцев, когда нам фирма «Энка» предоставит первые там результаты, которые мы будем обсуждать на публичном слушании с горожанами. Там будет этот вопрос освещен. Еще, соответственно, ну, просто последний заключающий наш вопрос – это карта научно-исследовательская. Вот это, конечно, она находится в доступе. Это
карта Росреестра, правильно? Нет. Почему? Это размещается в соответствии с требованиями законодательства. На официальных ресурсах городского права размещаются документы территориального планирования, градостроительного зонирования и так далее. То есть можно все сказать. Кстати, в неплохом качестве там все можно как бы. А совершенно конкретно. На каком? Калуга-gov.ru. На сайте администрации Калужской области. Калуга.ру. Я вам могу четко сказать. Калуга.ру. Ссылка можно найти с нашего сайта. Есть. Основное это областное управление архитектуры, градостроительства, там у них архив, градостроительная документация, они там все подвешены. Генпланы всех населенных районов города Калужской области. Сейчас, еще один по поводу. Скажите, а дорога на Шопина будет в связи с этим как-то задействована или нет, с этой объездной дорогой? Ну, конечно. Она сейчас в жутком там состоянии просто, эта дорога. Ее подлатали заплатками. Мы сейчас размещаем заказ в этом году на проект по реконструкции Шопинской автомобильной дороги. Она станет шестиполосной, то есть по техническому заданию, которое мы подготовили, то есть как продолжение улицы генерала Попова. То есть дорога это останется, да? А куда она денется? Нет, ну просто звучало, что по дороге это не будет. Когда задали вопрос кому-то из начальства, вот, я слышала лично про телевизор. Вот еще раз повторяю, значит, дорога, она будет, она находится в муниципальной собственности. Город сейчас управляет строительством земельных отношений, вместе с собственностью городским. Подготовила техническое задание, разместила на аукцион, мы ждем подрядчика, который нам сделает проектно-сметную документацию на реконструкцию автомобильной дороги. Техническим заданием предусмотрено устройство шестиполосной автомобильной дороги вот до практически въезда в Шопино, то есть вот за там, где Кошелев проект заканчивается, ну и дальше там застройка так сложилась, что там невозможно пройти шестью полосами. И дальше вот эта вот автомобильная дорога Калуга-Шопино через транспортную развязку, которая будет находиться вот на этом поле, в районе Чижовки, вот на эту точку, вот здесь в этой редакции генплана нет связи между автодорогой Калуга-Шопина и транспортной развязки на южном обходе в районе деревни Чижовка. Вот Энка нам подготовит предложение, и мы трассу выберем, с которой свяжет улицу автомобильную дорогу Калуга-Шопина с транспортной развязки в районе деревни Чижовка. Вот все правобережцы, когда будут вот из этих микрорайонов выезжать, ну там через какое-то время, будут пользоваться несколькими возможностями выезда. То есть можно через транспортную развязку уехать сюда, либо уехать на Тульское шоссе, либо воспользоваться улицей генерала Попова с Тульским шоссе пересечения. Там, кстати, у города тоже планы по строительству транспортной развязки пересечения генерала Попова и Тульского шоссе. То есть дорога станет шестиполосной. Ответил на вопрос? Да. Можно? Добрый день, уважаемые участники, слушаю. Мое выступление завести протокол. Меня зовут Инна Николаевна, я представляю инициативную группу жителей Правобережного района и хочу выступить здесь по двум вопросам. Вчера мы подавали заявление, официальное заявление на участие публичных слушаний. И там изъявили, вот две эти темы моего выступления будут обозначены. Первое, я хотела бы выступить от лица всех наших жителей микрорайона. И могу на себя взять такую смелость, поскольку по роду своей деятельности я являюсь специалистом по связям с общественностью, и вот моя работа предполагает, часть моей работы – это журналистская работа. Поскольку мне предложили стать редактором газеты «Правобережье», я очень много общаюсь с людьми, очень много общаюсь с руководителями вот, предприятий нашего «Правого берега». И хочу выразить следующее мнение. Они меня об этом попросили. Они не смогли сегодня присутствовать, потому что многие заняты. Значит, следующее. Я об этом это изложила вот в протоколе. Значит, люди вот о чем говорят. Что такое интенсивное массированное застраивание правого берега, вот такое нелепое, как нам кажется, строительство, приводит к ряду причин. Значит, экологического характера, природоохранного, экологического характера. И второе, вызывает социальный вопрос. Что касаемо первого. Ну, вы строители, люди грамотные, инженеры, правильно? Я кораблестроитель, я не строитель, но тем не менее закон гидродинамики, я знаю, что люди хорошо еще. Значит, вопрос в следующем. Что такое, такая локализация высотных домов? Да, вызывает напряжение коммуникаций, которые выражаются в частном прорыве ее. И у нас, извините, вот люди просили передать, что на правом берегу, при том, что это экологическая зона, да, при том, что у нас рядом сосновый бор, у нас характерный запах, не запах соснового бора, простите,
канализации, потому что ряд мест, я конкретно вот иду с ребенком в школу, могу даже назвать эти места, но потом, где нам фигурально выражаясь, приходится вот так вот проходить, понимаете, вот так вот, зажимаем нос. Поэтому люди, значит, выразили, мы не имеем права потребовать там прекращения строительства там жилых домов, но просили высказать такое пожелание. Пожалуйста, снизьте темп такого массированного и плотного застраивания правобережья, который идет вот таким вот экологическим проблемам. Сейчас объясню, какого рода социальные проблемы. Значит, у нас на наш 20-тысячный район, при том, что сейчас присоединяется и Кошелев проект еще, да, всего лишь одна общеобразовательная школа. Я конкретно столкнулась с такой проблемой, что мы не могли при переезде, мы недавно приехали, да, на правобережье, мы не могли устроиться в школу. Висело объявление, да, висело объявление, не принимаются, да, не принимаются дети в школу. Ну, такого не могло, ну, школа висела, висела конкретно. Это незаконное объявление. Ну, Иван, сейчас дети об... Давайте оперировать все-таки нормами закона. Виктор Павлович, ну в каком состоянии учителя? Я сейчас вам объясню, я же пришла, разговаривала, если даже статью написала об этом граничном. Я читал, да. Да, в смысле, что и секретаря эту дню нам не объясняла, куда я посажу ребенка, у нас некуда приставленные стульчики и столики стоять. Я же не на шкафчик его посажу, да? Но меня, например, как родительница, волнует такой вопрос, что перегруженные учителя. Это снижает качество образования, правильно? Это лишняя нагрузка. С директором разговаривал, он нам сказал, что мы не можем вести ни дополнительные кружки, ни дополнительные занятия, ни дополнительные секции, правильно? А что такое дополнительное образование? Это профилактика наркомании, раскрут преступности. Вот такого ряда социальные вопросы. Потом, что касаемо, например, музыкальной школы, да, у нас то же самое, мы не могли попасть в школу искусств, музыкальную школу. Потому что, значит, у нас на такой большой микрорайон, где вот как я, ну, не буду потом об этом расскажу, что беседовала с одним вот интервью брала, с одним нашим очень статусным человеком в городе уважаемым, хорошо всем известным, он возглавляет наше районообразующее предприятие. Вот, и когда я поделилась своим наблюдением, там наши жители говорят, Инна, ты знаешь, что у нас у правобережья очень высокий IQ. Да, интересно, а почему? Вот он мне объяснил, почему он человек, который живет со времен основания правобережья, да? Он сказал, что наш... Доклад на сколько? Наш, а? По времени доклад на сколько? Я говорю, хорошо, я, все, не буду, извините, да, я не буду разъяснить. Спасибо, замечание, согласна, согласна с вами. Я человек конструктивный, принимаю замечание. Просто вот жители выражают, и, пожалуйста, вот что касаемо, вот я ознакомилась с положением об общественных слушаниях, там есть такой пункт 5.8, который говорит о том, что участники слушаний потом подписывают. Так, вот, мы хотели, чтобы вы наши слова занесли, вот это, потому что потом мы посмотрим, там предыдущие слушания, мы выступали конкретно, конструктивно, пришли, значит, не против стройки, а постройте нам социальные объекты. Это не было внесено. Так. Значит, вот такое вот желание снизить, значит, темпы массированного строительства, потому что ведет прямо причин экологических, социальных, да? Второе, конкретно, вот от наших жителей, я пришла вот здесь, я не присутствую, значит, ну, Дмитрий Александрович, я не буду уже подробно, ну, об этом говорить, потому что, ну, суть немножко объясню, суть, значит, проблема в том, что на очень привлекательная территория между двумя нашими домами, привлекательная для застройщика, понятно, с точки зрения получения прибыли. Мы, значит, жители дома по улице Генерала Попова, 18, корпус 3, и у нас присутствует еще Спартак 11, да. Территория между этими нашими двумя домами, значит, администрация была выдана разрешение на строительство там двух высотных домов, 17 этажей, причем при том, что вокруг 9-этажные дома, да. Но с этим мы спорили, вот ходили на совещание. Значит, суть проблемы в том, что наши жители этому активно воспротивились, поскольку, на наш взгляд, идут нарушения наших прав. В части, например, мы опасаемся, что будут нарушены наши права на проживание в помещениях, соответствующих нормам изоляции. Правильно? Сотные дома эти будут открывать нам все. Далее. Значит, опять же возникает вот тот вопрос, который я излагал первый, который жители. Мы опасаемся из-за вот этого скучного строительства, значит, прорыва коммуникационных систем. Значит, и третье, хотел бы обратить на это внимание, что эта территория, она исторически является вот такой вот, ну, природоохранной территорией, потому что вот Светлана Викторовна здесь присутствует, которая своими руками, она уже 20 лет жителями является этого дома, своими руками жители засадили там прекрасную зеленую территорию, которая является там такой мини-сквером, да, такая мини-рощица двора, да, вот, и, значит, она, да, так скажем, вот у нас... могу ссылаться на Конституцию Российской Федерации, правильно, 36-й закон, 36-я статья, которая говорит о том, что владение и пользование землей может быть в частной, да, земля может быть в частной собственности,
и ее, значит, распоряжение и пользование, значит, в том случае возможно, значит, свободно для владельца, если это не наносит ущерб окружающей среде, если это не ущемляет интересы законные, значит, иных лиц и граждан. Наши интересы это ущемляет, правильно? Природоохранная зона там, вот эта вот, которая огорожена, она будет подвержена уничтожению эти деревья, потому что, ну, как бы технология строительства такова. Вот. И, значит, мы вот, возмущены этим фактом, уже долго ходили к вам на совещание, да? Несколько раз они проходили эти совещания. Ну, результат... Мы возвращаемся, мы просто, понимаете, результат... мы переливаем из пистов. Вот даже, мы поэтому сюда пришли, Дмитрий Александрович. Сейчас, можно я понимаю? У меня конструктивное предложение. Сейчас, можно? Сформулировать письменно. Я ее сформулирую, сейчас я постараюсь. Подали, да? Конечно, приложено. Конкретно, мы вот сейчас, почему мы сюда пришли, Дмитрий Александрович? Мы такие люди все заняты, да, не хотим ходить по совещаниям. Мы последний раз, вот недавно собрали, люди присутствующие здесь, последний раз на совещании, мы с вами только устно, к сожалению, я просила вас, дайте нам письменное изложение вот этих наших договоренностей, мы бы сегодня не пришли и бы прекратили это, правильно? Потому что это в ваших интересах, чтобы город как-то застраивался разумно, какая-то архитектура была, тоже интересы граждан учитывались. Мы достигли следующих договоренностей, что вы с нами согласились, что да, эту территорию уже в четвертый, вот сегодня уже в четвертый раз официально были, это уже письменно писали об этом, значит, письмо о том, что мы не против стройки на этой территории, только, пожалуйста, исключите, это не должно быть строительство высотных домов. Вот конкретно, если я формулирую вторую часть своего выступления. Мы выражаем сегодняшнюю позицию, вот граждане не доверили это выразить, я мнение всех людей выражаю, на этой территории исключить строительство высотных домов и построить там, значит, сделать там сквер и построить там школу искусств. О строительстве объектов социального значения, это мы уже в четвертый раз говорили. Это все уже, я не понимаю смысл. У вас есть сомнения, нет, в протокол все занесем, у вас сомнений никакие не должны быть. Все договоренности, которые мы достигли, они будут все исполнены. Более того, ну, с 1 марта 2015 года инструмент достаточно хороший появляется в законодательстве Российской Федерации, позволяющий меняться земельными участками. Я же вам об этом подробно говорил. То есть мы размещаем, корректируем ППТ, размещаем там объект местного значения, заключаем соглашение с арендатором земельного участка, предоставляем ему равноценный земельный участок в другом месте. Там у нас он по направлению Шопина, там еще есть пару свободных земельных участков. Конфликт исчерпан. Давайте мы ни к нему не будем возвращаться. Давайте. Если есть желание занести в протокол публичное слушание по проекту внесения изменений в генеральный план, мы это безусловно сделаем. Давайте к следующему вопросу. Нет. То есть тогда давайте мы, смотрите, Инна, давайте тогда, чтобы конструктив здесь сделать, вот там разным цветом обозначены различные зоны. Зелененьким рекреационные, желтеньким жилые. Вы можете сформулировать от жителей предложение вот по тому участку, который у вас сейчас, по сути, является рекреационным, но на нем вроде как заполнять строительство. Внести предложение, оставить его, во-первых, рекреационным, а там тоже есть... Дело в том, что нет, здесь немножко не так, смотрите. Она не рекреационная, не может быть в определении. Селективная территория, и на этом земельном участке, не конкретно, должен располагаться объект местного значения. Иначе у нас инструмента... Инструмента не будет. Что касается вот особого статуса этой территории, его нет, к сожалению. Да? У нас есть, особый есть статус... Вы внесите предложение. Да. Особый статус. Его зафиксируют. А дальше уже процесс... Я вчера написала письмо в Гуруправу о том, что мы эти предложения изложили. Извините, я, может быть, так волнуюсь, конечно, немножко сумбурно выступаю. Мы же все учли. Вопрос школы волнует, я так понимаю. Но вопрос, возвращаемся к 34-й школе. То есть смысл закрывать ее было, да, если поднимается вопрос. Подготовлено техническое задание на капитальный ремонт этого объекта. Да. То есть будет в хорошем состоянии передан ученикам. Да. Ну, это образовательное учреждение не решено. На правом берегу первая школа когда будет? Вниз. На правом берегу, значит, техническое задание подготовлено, со всеми согласовано. Сейчас смета на проверке. Будем проект иметь до конца года. Смета по строительству очень серьезная. Я даже эту сумму боюсь называть. Вот. Будем пытаться участвовать в региональных федеральных программах. Школа на тысячу мест. А поликлиника будет в районе каких домов? В районе 65 лет победы. Между двумя построенными, вот обращаю внимание, между двумя построенными детскими школами. Если укопнуть этот школьный срок, и так я ничего живу.
И там, ну, пусть это будет объект местного значения, кусочек рекреационного, так же, как здесь, обозначена рекреационная зона. Рекреационная зона. И возле их дома может быть точно так же обозначено. Они должны нести положение, все. И дальше уже отстаивать. Он говорит, что тогда они смогут за строчком поменяться. Да? Да, которая на улице Фанушина, она, насколько мне известно, сейчас на этапе ввода этого объекта в эксплуатацию. Филиал пятой больницы. Она сейчас на этапе ввода этого объекта в эксплуатацию, то есть там уже мебель, оборудование, персонал. Там детская. Вы не были? Нет, там же детская на Фанушина. Детская, мы же для детей живем. Да, я говорю, а мы про себя сейчас начали говорить. Давайте таким образом, смотрите, еще раз акцентирую внимание по поводу появления объектов соцкульбыта на правом берегу. Построено за последние 3 года 2 детских дошкольных учреждения. Между ними имеется техническое задание, пока будем в конце года иметь проектно-сметную документацию на строительство средней общеобразовательной школы на 1000 мест. Что касается, значит, здравоохранения, будет введена в эксплуатацию, там уже физически, то есть там уже есть мебель, оборудование. Детская поликлиника по улице Фамушина. Мы там из нежилых помещений на первых этажах сделали полноценную детскую поликлинику, потому что там ситуация ужасная. То существующее здание поликлиники у нашего Минздрава областного есть какие-то планы. То есть те детские врачи, они переедут на Фамушина, а та поликлиника, поскольку она детская взрослая, насколько я понимаю, да, в детском саду там, она будет перепрофилирована. Вот эти вот планы. Я их достоверностью 100% не знаю, я знаю только, что за что город отвечает. Значит, там будет расширено, появятся, ну, какие-то новые врачи. Поэтому, ну, давайте в следующий раз, как говорит Джен Псаки, мне надо сходить в офис, позвонить. Я шучу, конечно, значит, ну, это просто так уже наболело. Значит, мы решаем вопросы здравоохранения в городе Калуге, ну, теми вот ресурсами незначительными, которые у нас имеются. Еще раз акцентирую внимание, 2 детских дошкольных учреждения построены за последние 3 года. Значит, они загружены. Вы поймите, что такого вот, как вы знаете, вот привыкли, даже в советские времена, я, ну, так сказать, я, конечно, очень молодой человек, но я помню, всегда на протяжении всей истории вот, развития нашего государства соцкульбыт немножко отставал от строительства жилья. Только немножко, очень. Вы поймите, тогда все объекты соцкульбыта и жилье строили промышленные предприятия, военно-промышленные комплексы, которые здесь функционировали успешно. У всех были соответствующие статьи затрат. Сейчас мы можем довольствоваться только нашим бюджетом. Да, можно предложение, чтобы общее время сэкономить. Вот смотрите, нам доложили об этих изменениях, которые вот в этом генплане есть, да, объяснили их мотивы, причины возникновения и так далее. Первый вопрос. Вот есть ли возражения против предложенных изменений в этот генплан? Если нет, они как бы принимаются. Второй вопрос. Предложение, которое прозвучали, да? Мы предложение, все предложения, все. Вот второе, у нас будет новый генплан уже, извините, вот я, может, уже да, более серьезный. Более серьезный генплан будет рассматриваться позднее. Вот. К этому генплану сегодня можно сформулировать часть предложений, уже вот внести протокол, в виде письменного виде подать. И дальше следить, ну, смотреть, как они будут в ходе, ну, обсуждать, да, рабочее сочинение. Да, мы это письменно И третье, возможно, такая возможность всегда открыта, значит, это сделать так, чтобы, если появятся еще мысли, скачать карту, да, вот как вы говорите, посмотреть, что там, где и как. Может появиться еще мысли, где-то пробить дорогу, ну, условно говоря, да, пробить дорогу. Скажите, да? Вот было предложение продолжить Степана Разина и мост через реку. Будет это? Вот сейчас, секундочку. Можно я договорю, да? Конечно. А третий момент, если у Дмитрия Александровича есть время, то сейчас, да, вот мы закончим вот с этим официально, то сейчас пошли вопросы уже вообще по... Это нормально, это на самом деле хороший разговор получается. Но как бы я бы предложил закончить с формальной частью, да, и перейти к части вот, ну, там, по больницам, по и дальнейшему. Сформулировать предложение. А вот, вы, извините, вот можно, чтобы уточнить, вот конкретная цель нашего сегодняшнего прихода, да, исключая вот этой лирики предыдущей, да, значит, да, мы пришли с конкретным предложением, вот по этой территории, которая образована между 2 домами по улице генерала Попова, 17, корпус 3 и Спартака, 11, исключить из этой территории, мы в 4-й раз уже об этом официально просим, ну, понимаете? Сейчас, да, сейчас исключить с этой территории строительство высотных домов, и как жители уже давно просят, значит,
сделать там парк и построить конкретно. Мы предложили школу искусств построить, потому что у нас дефицит вообще школ. Еще Дмитрий Александрович, скажите, пожалуйста, вот так можно вопрос вам задать? Почему у нас, ну, любой объект социально-культурного значения, просто социально, не обязательно. Вот, мы предложили у нас вот. Скажите, пожалуйста, можно такой еще вопрос задать? Почему у нас на правобережье отдается разрешение на строительство четыре садика, по-моему, и только одна школа? Почему? Потому что учителя жалуются. У нас четыре садика вливаются в одну школу. Там школа вот трещит и лопается. И не лопается, но, наверное, тоже. Почему третью школу не поднимают вопросы? Ну, не знаю. Он молчит, сидит. Нигде не подавал. Ни на одном совещании не выступил, никогда не сказал, что у нас все устраивает. У нас по школам такая же ситуация на улице. Нет, почему четыре садика и только одна школа? Почему четыре садика? Даете разрешение строительства садиков? Давайте уравновешивайте их школами. Почему? Ну, объясните мне, почему? Давайте, я могу выдать разрешение на строительство 10 школ, но от этого школы эти не будут построены. Вы самое главное не уловили, что мы живем достаточно в режиме достаточно жесткой экономии средств бюджета. Понимаете? Чтобы построить объект, вы понимаете, здесь все взаимосвязано очень серьезно. Смотрите, развитие экономики, да, потребовало дополнительных рабочих мест. Послушайте, вот по развитию экономики потребовало значительное превышение рабочей силы и так далее. Что послужило причиной, возможно, одной из причин, столь бурного развития жилищного строительства. Но поскольку те предприятия, о которых мы говорим, они же должны, их основная цель-то какая-то, приносить доход, в том числе бюджет, создавать рабочие места, занятость, для того, чтобы у нас общество гармонично развивалось. Но ситуация такая, что вот я говорил всегда о запоздании строительства объектов соцкульбыта относительно жилищного строительства. Но нет возможности у бюджета сейчас. Понятно, что если весь ППТ реализовать, в том виде, вот у вас за спиной как раз проект планировки территории, который в свое время был предложен. Там же ведь очень большое количество школ, детских садов. Кстати, вот тот проект, который вот рядом с вами строится, комфорт-парк, проект на планировке предусмотрено строительство одной школы, одного детского садика. У Кошелева проекта там несколько объектов соцкульбыта, там, по-моему, две школы, три детских садика. Вы понимаете, то есть в любом случае, чтобы что-то построить, застройщик, у которого обязательства есть, а у нас есть зафиксированные обязательства застройщика по строительству объектов соцкульбыта, он должен заработать. Чудес не бывает. То есть сначала продаются жилые помещения, потом средства, вырученные от продажи, и точно так же бюджет работает. Сначала нужно заработать на налоговых, не налоговых, поступлениях в бюджет, а потом, если бы у нас в Калужской области была нефть, возможно, все было бы быстрее. Но у нас ее нет, понимаете? Она нас лидирует в уровне рейтинга социально благополучных регионов. Понимаете, она нас лидирует. У нас лидер по привлеченным инвестициям. Извините, пожалуйста. Ты знаешь, по-моему, взял на себя функцию уже главы городского самоуправления на все вопросы отвечать. Первое. По предложенным изменениям, если нет предложения, считаем принято. По предложению высказанным. Дайте нам, пожалуйста, письменное обещание, что наши предложения будут учтены. И что будет внесен, мы с конкретной целью пришли. Учтите наши, пожалуйста, предложения по внесению в генеральный план. Этого мало. Мы будем контролировать вход учета этих предложений. Потому что от этого зависит экологическая безопасность района, микрорайона. Это провоцирует социальные проблемы. По поводу чего? Что с городом? Это провоцирует ряд социальных, экологических значимые. Понимаете, давайте следующий вопрос. Предложение внесли, все согласны. Согласны с тем, что... Все, давайте теперь к вопросам другим. Какие вопросы есть ко мне? Готов. Каким образом будет предполагаемое строительство комфорт-парка школы контролироваться, то есть сторон города? А просто не будут выдаваться, там, вот смотрите, проект будет рассчитан на этап. Сейчас мы разрешим строительство на первый этап, будет на второй, третий не будет выдан, пока не будет получено разрешение строительства ДДУ либо школы, и все. Это единственный рычаг. Скажите, а не жалко вот ставить новые дома на имеющуюся дорогу? У нас очень хорошая дорога между нашими домами. Нет, тут я согласна. Слушайте, просто Дмитрий Александрович, дорога тупиковая. Мы уже это сто раз уже обсуждали тупиковой дороги. К вам что идет? Почему тупиковая? Какая? Борис Анатольевич, если там построят музыкальную школу, не должны там люди ездить транзитом, там не должно быть транзита. Я согласна. Там транзита не должно быть. Я тоже сначала думала, еще такой вопрос. А нельзя ли вот эту площадку, которая между нашими домами, левее немножко, убрать к тем садикам и школам? То есть вот
стоит спортивная площадка, где играют иногда вечерами пьяные дяди, и ор просто дикий, крик жуткий, бьют мячами по... Спортивная площадка. Передвинуть ее к имеющимся построенным детским садикам и около них школы. Чтобы что-либо двигать, да, то есть это же необходимо строить на монтажные работы, производить демонтаж. Я считаю, что это нецелесообразно. Попробуйте оспорить. Там есть закрепленное лицо, к нему можно обратиться, если там пьяные играют или... Вы понимаете, вы два вопроса путаете. Вы путаете вопросы об общественном порядке и вопрос, связанный, с, по сути, с новым строительством. Какой экономический смысл вкладывать деньги в перенос функционирующей спортивной площадки?